Доброе утро! Всем привет! Давайте вместе с нами откроемся еще одному замечательному утру. Утро – самая эффективная и продуктивная часть дня, поэтому лучше всего начинать его с пробежки. Я вот, кстати, недавно начала бегать по утрам и так легко просыпаюсь. Я думаю, что бегать можно начать любое время года. Главное – понять для себя все плюсы этого спорта. Отлично! И прямо сейчас мы смотрим сюжет про активный образ жизни. 4, 3, 2, 1. Дыхание ровное, скорость небольшая, наступаем на всю стопу равномерно. Около 3 лет Одинцовская школа бега учит всех желающих бегать правильно. Тренеры уверяют, этот спорт доступен каждому. Мы даже как бы приглашаем и всегда приветствуем, когда приходят на тренировки вместе с детьми. Это действительно помогает, мотивирует детей, показывает, как нужно вести свой образ жизни. А так, да, то есть и по верхней планке нет ограничений. У нас есть ребята, которым там порядка 60 лет, они ходят, занимаются также регулярно. Елена Бурыкина – спортсмен со стажем. Маленькая девочка пришла в легкую атлетику. Затем состав сборной России, марафоны, победы, международные соревнования. Теперь вдохновляет на спортивные достижения своих подопечных. И теперь я вот, ну, как бы уже несу в массы, чтобы ребята как можно больше подключались в бег. Это очень здорово. Во-первых, ничего тебе особо не надо. Одевай спортивную форму, кроссовки, выходи в парк, выходи в лес, на стадион или просто можно по улице бегать. И просто занимайся бегом. Это же как бы, ну, ничего сложного. Просто подними себя с дивана, встань и побеги. Небольшие регулярные физические нагрузки обязательно дадут результат, говорит Елена. Самое сложное – начать и не поддаваться отговоркам. Что, Полина, случилось? Бок колет, колени болят, дыхания не хватает. Ну, во-первых, ты очень быстро начала, да, так мы на таком высоком пульсе не бегаем в нашей школе, потому что бок заколол, скорее всего, темп был очень высокий. Может, кроссовки не подходят? Да, кроссовки абсолютно не подходят для бега, одето очень жарко, да, надо полегче одеваться. Если пересилить лень, отбросить отговорки и соблюдать рекомендации тренера, спорт начнет притягивать как наркотик, говорят старожилы бегового клуба. А когда занимаешься в дружном коллективе, он становится просто частью твоей жизни. Сначала начиналось как просто такие легкие пробежки для себя, потом появились друзья. Потом я настолько втянулась, что даже на работе организовала корпоративную команду. И в прошлом году мы совместно с коллегами и совместно с ребятами из нашей школы бежали на московском марафоне 10 километров. Недавно меня спросили, а что ты не начнешь заниматься индивидуально, чтобы еще быстрее улучшить результат? Но именно вот компания, вот наша тусовка, это вот то, зачем я хожу, наверное, больше всего. Друзья, готовы? Да. Прыгаем? Уже чувствуется бодрость утра. И как же замечательно выпить чашечку кофе и почитать книгу, когда за окном такая замечательная осень. Отлично. А я вот люблю все активное, поэтому я уже сходила в поход и в лес за грибами. А чем же занимались наши жители, мы прямо сейчас и узнаем. Доброе утро, это рубрика про опросы. Сегодня мы узнаем, что успели сделать одинцовцы за осень. За осень, ну, я успела у друга купить самокат. Я успела отпраздновать день рождения своей лучшей подруги. Вопрос, а в школу ходил, оценки получал, больше ничего вроде бы. Самокат новый собираю постепенно. Ну, детей в школу собрала, конечно. Даже сложно сказать вот так вот сразу. Вот такие вот диванотворили одинцовцы осенью. С вами был Данил Зимин, до новых встреч! Все только начинается, ведь впереди у нас столько всего интересного. И, кстати, сегодня отмечают День участкового врача-терапевта. Этот профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми сталкивается в своей жизни каждый человек, причем начиная с раннего возраста. А еще больше интересных праздников можно узнать в нашем телеграм-канале. Наводите камеру мобильного телефона на QR-код, который вы видите на экране, и узнавайте много интересного. А еще сегодня отмечают День электронных таблиц. Этот праздник существует с 2010 года. Это дата, когда была выпущена первая программа электронных таблиц для персональных компьютеров. Это очень интересный факт. А мне очень хочется почувствовать атмосферу праздника. Я думаю, самое время для музыкальных сюрпризов. Порадуем наших телезрителей и посмотрим один замечательный музыкальный сюжет прямо сейчас. Все идет по плану! Они вместе недавно. Кто-то пришел в школу рока 2 месяца назад, кто-то занимается уже почти год. Но всех ребят объединяет одно – любовь к музыке и року.
Еще год назад я честно посмотрел фильм о рок-музыкантах, и мне это так понравилось, что я прям захотел основать свою рок-группу. Пришел, начал учиться на гитаре, потом перешел на вокал и вместе с ребятами скооперировался, чтобы создать свою рок-группу. И играем мы примерно уже 3 месяца. Каждую неделю у нас бывают репетиции. Юные музыканты стараются не пропускать ни одной репетиции. Чтобы добиться хорошего звучания, нужно быть сыгранными. И этому тоже учат в школе рока. А еще взаимовыручки и поддержки. Многие ребята, кто постарше, они помогают физически что-то довести или подключить. В этом, естественно, тоже часть нашей такой образовательной программы. Помочь музыканту технически обеспечить свое мероприятие, чтобы музыкант не выглядел потерянным и знал, куда подключаться, в комбоусилителе или в пульте. Арт-фестиваль «Под открытым небом» проходит в городе Одинцово не первый год. И всегда это яркое, долгожданное событие, как для музыкантов, так и для зрителей. Концерты «Под открытым небом» шикарно, замечательно, потому что можно собрать очень много людей, огромную аудиторию. Даже невольно проходящие люди где-то мимо, недалеко, услышав музыку, подходят, слушают, кому-то нравится, кому-то не нравится, но это уже дело выбора. Вот. Но концерты – это круто. Группа «Чувство юмора» сорвала овации. Вместе играют уже 5 месяцев. Для них такое масштабное выступление в новинку, но с волнением справились быстро. Музыка – это то, что можно послушать под любое настроение и то, что понравится тебе. 4 рок-группы, более 100 зрителей. Субботний вечер в Одинцове может быть и таким. Концерты «Под открытым небом» в летний период проходят еженедельно с 7 до 10 вечера. У нас в студии воспитанник Одинцовского центра эстетического воспитания Олег Логинов. Олег, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Олег. Расскажи, пожалуйста, почему тебя заинтересовало именно музыкальное направление? Потому что музыкальное направление позволяет человеку полноценно выразить что свои чувства, эмоции и все свои задумки. То есть для тебя это не просто как там искусство, то, что тебе нравится этим заниматься, но это еще позволяет передавать какие-то эмоции, да, другим людям? Не просто как дело, то есть не как обычно в повседневной жизни, например, посуду помыть, а именно к этому это полноценное хобби, от которого ты получаешь удовольствие. А расскажи, пожалуйста, как вообще проходят твои будни в центре эстетического воспитания? Спокойно, весело. Мы занимаемся в основном маленькими группками. Когда подходят какие-то отчетные концерты, мы собираемся вместе и все репетируем вместе. А как проходят занятия? Тоже спокойно и весело. Мы сидим, на первых занятиях мы изучаем базу. То есть, как нужно поставить правильную руку на струны, как нужно ее вообще поставить на коленки. А дальше мы просто берем и изучаем новое произведение. А расскажи, почему именно акустическая гитара, и, может, у тебя есть какая-то история, с чего начиналось твое? Все началось с того, что я услышал свою, а песню группы Scorpions «Wind of Change» у своего отца. И эта мелодия мне дико запомнилась, и я просто начал болеть по-страшному гитарой. И в 6 классе мне подарили гитару родители и отдали... На занятия. На занятия по гитаре. И спустя многие лет я добился до такого уровня, что могу полноценно играть в фингерстайл, стиле трехголосие. И сменил классику на акустическую гитару. А расскажи, насколько вообще трудно учиться на гитаре? Может быть, нас посмотрят ребята, которые хотят попробовать, но там опасаются того, что у них не получится. Сложность состоит в том, что как вы собираетесь изучать музыку на гитаре. Углубленно, зная ноты, нотную грамоту и разные аппликатуры. Или же вы просто хотите во дворе играть 4 аккорда и петь соя, начиная с этого. Если первый вариант, то
будет сложно первое время. А когда вы уже освоитесь полностью в нотной грамоте, то эта нотная грамота будет... Вы будете это щелкать, как орешки. Вы будете больше от этого удовольствия получать, чем от 4 аккордов. То есть приходится... Ну, все равно достаточно усердная работа, да? Да, да. Олег, мы не можем тебя не попросить что-нибудь нам сыграть. Хорошо, тогда предлагаю вам сыграть Imagine Dragons, Believer. Я думаю, это отличный вариант. Взбодриться с утра наши телезрители обязательно оценят. Олег, расскажи, пожалуйста, может быть, ты где-то уже выступал и покорял сцены? Ну, выступаю я в основном у себя дома. А так я регулярно выступаю что на различных отчетных концертах в школе и в кругу семьи. Олег, а есть ли у тебя какой-то совет для людей, которые... хотят попробовать заниматься игрой на гитаре или которые, может быть, сейчас занимаются, но у них что-то не получается. Может быть, у тебя был какой-то опыт, когда тебе было сложно, и ты думал, что это не твое, и в какой-то момент все-таки продолжил. Ну, если человек стоит на месте, то есть не продвигается вперед, то значит, это не его. То есть он не своей... характеристики играет. А, например, я 2 года играл на басу. Я только спустя 2 года понял, что это не мое, и пересел на акустическую гитару. А, что в плане, как начать заниматься, то простой совет. Возьмите классическую гитару и придите к Андрею Ивановичу. Отлично. Олег, а теперь рубрика «Блиц-опрос». Какие качества в человеке тебе нравятся больше всего? Доброта, ответственность и милосердие. Любимый вид спорта? Плавание.
Лучшее утро для тебя это? 4 аккорда Виктора Цоя. Чем тебе нравится заниматься в свободное время, помимо гитары? Фотографирование. Я стараюсь заниматься полупрофессиональной фотографией. Готовка. Ну и прогулки по улице. То есть такое все в творчестве. Да. Олег, спасибо большое за такую увлекательную беседу, mm-hmm. за то, что провел это утро вместе с нами. Мы желаем тебе новых творческих успехов, mm-hmm. чтобы ты собирал большие залы, mm-hmm. у тебя были концерты. Мы обязательно с Катей, я думаю, когда-нибудь посетим один из них. Хорошо. А с вами мы увидимся через несколько секунд. Если у вас есть хотя бы одна полезная привычка по утрам, то это уже отлично. Я, например, уделяю каждое утро 10 минут медитации для того, чтобы мой день был насыщенным и бодрым. А еще узнать о других полезных советах вы можете в нашей рубрике «Про здоровье». Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня я хочу вам рассказать про одну полезную и интересную процедуру, которую можно внести в свои утренние практики. Эта процедура называется гандуша, или по-русски полоскание рта маслом. Эта процедура пришла к нам из Индии. Согласно аюрведе, все жирорастворимые токсины скапливаются в полости рта, и именно масло обладает уникальным свойством их выведения. Для процедуры используется кокосовое, кунжутное, льняное или оливковое масло. Процедура проводится утром, натощак, до чистки зубов, то есть когда вы встали с кровати. Вы набираете в рот примерно столовую ложку масла и полоскаете ее во рту. Такими вот примерно движениями. Продолжительность процедуры минимально 3 минуты, но в идеале лучше делать минут 10-15. Каких эффектов помогает нам достичь процедура полоскания рта? Во-первых, это укрепление десен и зубов. Благодаря процедуре укрепляются десна, снимается зубной налет, улучшается микробиота. Также это отличная профилактика и снижение симптомов пародонтоза. Профилактика воспалительных заболеваний полости рта и носоглотки. Здесь мы работаем с воспалительными заболеваниями, такими как тонзиллит, как синусит, как фарингит или стоматит. Практика также помогает освежить ваше дыхание. Кроме того, полоская рот маслом, мы воздействуем на весь наш желудочно-кишечный тракт в целом, так как он начинается именно с ротовой полости. Я больше всего люблю использовать кокосовое масло, потому что кокосовое масло обладает мощным противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым действием. Также мы можем добавить эфирные масла, например, чайное дерево или копайбу. Они отлично дополнят кокосовое масло, так как в свою очередь обладают мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также способностью повышать местный иммунитет. Делайте эту процедуру каждый день на регулярной основе, и вы получите первые результаты уже очень скоро. Хорошего всем дня и будьте здоровы! Осенью в моде яркие цвета, поэтому я прикупила себе прекрасное пальто, и после программы мы должны его выгулить. Замечательная идея, Кать. А следить за последними тенденциями в мире красоты вам поможет наш эксперт и рубрика «Про бьюти». Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова, и вы смотрите «Про бьюти». Наша сегодняшняя тема – укладки с голливудской волной. Важной составляющей укладок из голливудской волны является аккуратность. Волосы должны лежать волосок к волоску и иметь блеск. Плавные мягкие линии – обязательный атрибут данной укладки. На один бок – идеальный вариант для любого случая. После создания кудрей волосы зачесываются на одну сторону. Дополнительно украсить прическу можно заколками со стразами, жемчужинами или цветами. Пучок с хвостом – лаконичная укладка для торжеств, выхода в свет или на каждый день. Общая масса волос собирается в плотный пучок, из которого вытаскивается хвост с красивыми кудрями на кончиках. Ретро-стиль – винтажные укладки. Восхитительно смотрятся на стрижках с разной длиной. Для прически накручиваются тугие кудри, которые расправляют в мягкую волну или оставляют в виде кудрей. Акценты расставляются шпильками, заколками-невидимками в стиле 90-х. На сегодня это все. Вы смотрели «Про бьюти» с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня!
Еще утром обязательно надо уделить время активностям. Всего 20 минут, и будете заряжены на все 100. Совершенно верно. Физическая нагрузка очень важна для организма. Поэтому давайте прямо сейчас посмотрим нашу следующую рубрику про спорт. Здравствуйте, дорогие телезрители. Качаем задний бицепс бедра. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. И так можно повторить 3 подхода на 10. Ну, можно 4. Качаем передний бицепс бедра. Также раз, два. На усиление выдыхаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Отдыхаем чуть-чуть и делаем 2-3 подхода. Хотите сильные руки? Качайте ноги, дорогие друзья. Всем спорта! Активные, веселые, позитивные, а еще такие творческие, наши зрители всегда найдут занятия себе по душе. Точно самое время для секретов рукоделия от нашей мастерицы Полины Баховой. Рубрика про творчество. Здравствуйте, с вами Полина Бахова, и в программе про творчество мы с вами сошьем шикарное летнее платье буквально за 15 минут. Для этого нам потребуется хлопковая ткань. Веселые летние цветочные принты как раз подойдут. Складываем отрез пополам, отмеряем нужную нам длину. Отмеряем от кромки 80 сантиметров и проводим линию. Это получится 2 половинки нашего платья. Вся простота выкройки в пышном верхе платья. Отрезаем 2 треугольника по краям. Это и будут проймы для так называемого рукава реглан. Все мерки делаем прямо на фигуре. Главное – свобода и простота. Остаток ткани мы используем для рукавов. Складываем ткань пополам. И нам нужно отметить тот же самый реглан, что и на основе платья. Прежде чем проложить строчку, можно сметать детали или заколоть булавками. Наши детали готовы, осталось все сшить. Сначала мы приступаем к стачиванию боковых швов плеча. Соединили все детали по кругу, а потом между собой по бокам изделия. Получилась очень широкая горловина и рукава. Не переживайте, в этом весь смак. Нам осталось вставить резинку в рукава и по линии горловины оно будет с приспущенными плечами. Отмеряем резинку необходимой нам длины, отрезаем и точно так же по рукавам. Именно сильная сборка в широких местах с помощью резинки делает платье воздушным, так похожим на парашют. Кстати говоря, именно такой тип в тренде уже не первый сезон. Обрабатываем все срезы на оверлоке и вставляем резинку. Сразу же вместе с ней делаем подгибку по горловине и прокладываем строчку. Низ платья можно обработать любым способом. А если пофантазировать и нашить не один слой воланов, то оно будет супер романтичное. Наше летнее платье готово. Оно легкое, дышащее, красивое, а главное неповторимое и креативное. Осталось его примерить. Так много интересного, от этого у наших зрителей точно утро будет насыщенным и таким ярким. Это точно. А прямо сейчас пришло время отправиться в замечательную экскурсию в мир цветов, которую для вас проведет наш эксперт. Рубрика про цветы. Доброе утро! С вами рубрика про цветы и я, Дарья Ромашева. Сегодня я хочу поговорить с вами о мифах про комнатные растения. Знаете, есть такая известная песня «Главнее всего – погода в доме». Так вот, на самом деле для растений это очень важно. У растения свой ритм. Он привык, что его поливают, за ним ухаживают. И когда цветок получает должный уход, растение прекрасно себя чувствует. Оно цветет, благоухает и радует своего хозяина. Но как только в вашем доме меняется настроение, да, у вас какие-то личные проблемы или какие-то заботы, вы перестаете уделять внимание своему растению, и, конечно же, это отражается на его внешнем виде. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь о своих растениях, любите их и уделяйте им побольше внимания. С
вами была я, Дарья Ромашева, и рубрика «Про цветы». Желаю вам замечательного дня! Позитивное, бодрое, а еще такое разнообразное. Самое время узнать, что же нам приготовили звезды. Смотрим гороскоп от нашего эксперта Виктории Штельхорн. Это рубрика «Про гороскоп». Меня зовут Виктория Штельхорн. Посмотрим рекомендации от карт для каждого из вас на грядущую неделю. Овны. Восьмерка мечей рекомендует вам на этой неделе удержать себя в руках. Да, иногда нам, конечно, приходится самим себя контролировать, иногда приходится контролировать и свои эмоции, и мысли, и все. Вам рекомендуется на этой неделе чрезмерный контроль. Возможно, будут какие-то провокации, возможно, будут какие-то обстоятельства, которые будут как будто выводить вас из себя. Но старайтесь удерживать этот контроль. Кроме того, вам рекомендуется очень многое запланировать, запрограммировать заранее, наперед, не только на неделю, но, возможно, и даже на месяц или несколько месяцев в течение этой недели. Тельцы. 11-й старший аркан справедливости рекомендует вам быть решительными на этой неделе. Не бояться говорить «нет», не бояться говорить «да», принимать решения самостоятельно, чтобы не довести ситуацию до того, чтобы самостоятельно уже не получилось принять решение, и они будут складываться так, как кому-то там или чему-то вздумается. Поэтому возьмите эту ответственность в руки и принимайте решение. Также будьте очень рациональны, внимательны, опирайтесь только на факты, только на числа, только на явные обстоятельства. Близнецы. Тройка мечей рекомендует вам на этой неделе сделать все нужные договоренности, подписать нужные договоры, то есть решить все вопросы, связанные с другими людьми, прийти к какому-то решению, к какому-то союзу, поставить какую-либо точку, даже если кажется, совсем не хочет, но почему же так приходится? Действуйте по уму, принимайте решение, пора уже поставить точку, чтобы задвигались какие-то дела. Также тройка мечей рекомендует вам все-таки контролировать свои эмоции. Не зря здесь на карте изображены мечи, которые прямо вонзены в сердце. Раки. Третий старший аркан императрицы рекомендует вам в первую очередь задуматься о том, чтобы у вас было достаточное количество энергии, поэтому заботиться о своем теле, о своем организме, вообще о своем энергетическом состоянии и самочувствии крайне полезно этой неделе. Также императрица – это прообраз матери, поэтому позаботиться о тех и о том, что вам необходимо, и о тех, и о том, что просит вашей заботы и помощи, обязательно. Больше, больше любви, больше стараний, заботы о других. Львы. Семерка мечей рекомендует вам быть, во-первых, внимательным к любым изменениям, к любому хаосу, особенно в информации и в связях, а также рекомендует вам как будто бы добавить в жизнь некоторых приключений, чтобы жизнь стала интересней, ярче, разнообразней, возможно, посетить какие-то заведения, которых вы раньше не были, или же пообщаться с людьми, с которыми вы раньше не общались, как-то разнообразить свой круг общения и круг занятий. Девы. Второй старший аркан, Верховная Жрица, рекомендует вам на неделе сделать что-то полезное для себя, для своей души, буквально соединиться с самим собой. Возможно, для вас это будет какой-то небольшой ритуал по принятию душа, или сходить прогуляться куда-то, или сходить в сауну, заняться чем-то приятным именно для вас, что даст вам вот эту вот душевную поддержку, что является вашим храмом души, где вы чувствуете себя уютно, где вы чувствуете себя собой. Обязательно проведите там время на этой неделе. Весы. Туз жезлов рекомендует вам проявлять им инициативу на этой неделе и также брать очень много в свои руки. Не ждите, что кто-то за вас что-то сделает. Берите и делайте самостоятельно. Это неделя именно действия. Также туз жезлов рекомендует вам не стесняться что-либо начинать, не стесняться проявлять себя открыто, выражать себя и выражать все то, что у вас, можно сказать, накопилось. Также туз жезлов – это карта энергии и силы, поэтому физическая нагрузка будет крайне полезна этой неделе. Скорпионы. Четвертый старший аркан император – это человек, который показывает себе уверенность, статус, имидж и, я бы сказала, даже какой-то авторитет. Поэтому постарайтесь поработать над своим имиджем, докажите всем свою позицию, свой авторитет, докажите ваше качество, возможно, качество вашей работы, ваших знаний, ваш уровень, ваши компетенции, ваш опыт. И в том числе император рекомендует доводить все до конца и обязательно позаботиться о собственной безопасности и устойчивости. Стрельцы. Королева мечей рекомендует вам на неделе контролировать не только свои слова, но и мысли. Возможно, ваши мысли обретут особую силу. И вот прямо, как говорится, желай, да, бойся желать, потому что иногда мы чего-то так сильно хотим, что порой об этом забываем, не признаемся себе, а оно начинает постепенно исполняться. Контролируйте свои мысли. Чего вы хотите? Что вы планируете? К чему вы стремитесь? Что является вашей истинной целью, вашей ценностью, вашими ориентирами по жизни?
Козероги, шестерка жезлов вам рекомендуют на этой неделе побеждать. Либо сделать все, что связано с победой. Кроме того, шестерка жезлов – это карта самопрезентации, презентации своего триумфа. И бывает действительно полезно сначала сказать всем о том, чего вы хотите, к чему вы идете, а потом вот это знание, эта показательная победа какая-то начинает вас мотивировать и вести вперед. Что является вашей мотивацией? Что может придать вам сил и уверенности? Что вас буквально заставит в любом случае взять и победить? Водолеи. Восьмерка кубков рекомендует вам выходить из любых эмоциональных привязок и не пытаться удержаться за прошлое, а прямо уже честно себе признаться, что вы готовы отпустить, чему пришла пора уйти, в чем вы можете повзрослеть, именно эмоционально повзрослеть. Возможно, что-то вас удерживает позади, что-то забирает силы, энергию и особенно эмоциональную энергию. Вы можете самостоятельно себя от этого освободить. Остается только это отпустить и выйти. И кроме того, восьмерка кубков рекомендует не бояться, оставаться наедине с самим собой. Это время тоже для вас будет полезно. Рыбы. Девятка кубков, вот такая же желтенькая, как и я, рекомендует на самом деле вам довольствоваться собой, своей силой, своей энергией, довольствоваться тем, чего вы добились, довольствоваться тем, к чему вы пришли. Иногда есть смысл взять паузу и просто порадоваться каким-то результатом, просто приятно провести время в приятной для вас компании, заняться любимым делом, просто себя похвалить. Не похвалишь себя сам, никто не похвалит. А потом уже действовать дальше, а потом уже покорять новые горизонты. Так что постарайтесь немного уловить удовольствие и наслаждение на грядущей неделе. Прекрасной всем недели! Отлично! Утро мы встретили очень позитивно, а теперь открываемся новому дню. Всего вам доброго. Пока. Всем пока.